Дети – это счастье, это большая радость в нашей жизни. Их нужно любить и оберегать. Порой у детей возникают трудности, что-то не получается. Но хорошо, когда рядом есть те, кто может их поддержать, помочь встать в трудную минуту, те, кто не оставит их в беде. Ведь ребенку нужна ваша поддержка и защита. У тебя все получится! Ты отличный повар, давай я тебе помогу, ты все сможешь! Вместе у вас все получится. Только вы сможете помочь им. А у меня получится стать врачом? Конечно, у тебя все получится. Любовь и забота родителей очень важны для ребенка. Тогда они становятся талантливыми художниками, осваивают с легкостью любимую профессию и вырастают просто счастливыми людьми. Помните, что для детей важны ваши слова. Помогла ли вам поддержка родителей стать врачом? Да, безусловно.